Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэм и видеообзор столика номер 7 для лодки ПВХ с держателями для спиннинга и съемной панелью для эхолодки. Как видим, здесь у нас для спиннинга есть вилка, которая при необходимости можно менять угол наклона при помощи данного барашка, ослабив который мы можем поменять угол наклона и направленность данного держателя. Сюда мы устанавливаем основание для эхолота и при необходимости можем снять съемную панель и забрать ее вместе с держателем для спиннинга домой во избежание повреждений при транспортировке лодки. Данный столик у нас может крепиться, как в данном случае он у нас установлен на банке, может устанавливаться непосредственно на банку при помощи нехитрого приспособления. То есть зажимная планка при помощи двух барашков, мы ее зажимаем между, мы зажимаем ее на сиденье, и она устанавливается у нас вот с удобной стороны для вас. Кроме того, данный столик можно установить на электрос в удобное для вас место. Но как вы видите, у всех лодок электрос у нас устанавливается на разной высоте, разной длины, поэтому на данной модели лодки столик устанавливается немножко кривовато. Но при помощи крепления для передвижных сидений, которые у нас устанавливаются с обратной стороны столика, вы можете установить столик по тем углом, который вам необходим. Для этого вам стоит его прикрутить с обратной стороны столика в нужном для вас месте. То есть мы берем столик, прикладываем его к электросу по тем углом, который нам необходим, и снизу сюда примеряем данный крепеж. После чего снимаем столик с крепежом и прикручиваем его саморезами к данному столику. Данный крепеж можно приобрести отдельно у нас на сайте, ссылочку вы сейчас увидите. Столик вы можете приобрести у нас на сайте, ссылочку также вы видите у нас на экране. Меня зовут Арсений, понравилось видео — ставьте лайки, понравился столик — заказывайте у нас на сайте, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.